привет! За закрытыми дверьми музеев и театров жизнь продолжается, и каждый может стать ее частью. Все культурные учреждения Самары и не только работают онлайн. Выставки, спектакли, концерты – все, что душе угодно. Ну а самое интересное, что планируется в ближайшее время, в нашем обзоре прямо сейчас. Поехали! Театр с доставкой на дом «Ромео и Джульетта» – вечная классика, одна из самых известных историй любви в исполнении актеров Самарского драматического театра. Видео уже доступно в официальных группах театра в социальных сетях. А на сцене театра оперы и балета появится «Эсмеральда». В 18:30 стартует онлайн-трансляция балета «Цезаря Пуни». Одну из ролей сыграла символ Самары на чемпионате мира по футболу 2018 коза Забияка из Самарского зоопарка. Телеканал «Самара ГИС» подготовил трансляцию спектакля театра «Грань. Волк и осел при яслях». Как это ужасно, что ты не можешь приблизиться к тем, кого любишь больше всего на свете, без опасения причинить им боль. На сцене, кроме людей, куклы. Благодаря куклам, загадочным, странным, несуетным, философия добра и счастья, материнской любви, дружбы и душевной чистоты становится главным лейтмотивом спектакля. Знаменитый художник Илья Репин в Самарской области собирал материалы для картины «Бурлаки на Волге» – одной из главных картин всего русского искусства и выразителей нашего национального духа. Поэтому самарцам особенно важно, что изображены на ней Волга, наши места и наши характеры. Интересные детали о работе над этим шедевром и в целом о творчестве Репина рассказывают в онлайн-лекциях художественного музея. Они уже доступны на официальных страницах. Онлайн можно отправиться в культурные учреждения в любой точке мира. Например, знаменитая Метрополитен Опера. В субботу в 2:30 опера Шарля Гуно «Фауст». Легенда о Фаусте, стареющем философе, который продает свою душу за молодость и земные наслаждения, вдохновила немало композиторов. Но ни одна не оказалась столь же популярной, как изящная интерпретация Гуно. Видео будет доступно 23 часа.